Имущая милосердие неизреченное, неповинно страждущих Михаила и Платона, оклеветанную Таисию, неправосудно заключенных Владимира, Андрея, Феодора, Ярослава, Александру, Степана, Николая, Михаила, Дениса, Александра, Артема, Рихарда и всех других беззаконно заточенных освободи. Дозовемте, радуйся, радуйся. Яко же грешнику, творившему злые дела, и каждый день причастную иконы Твоей молившемуся, даровала нечаянную радость покаяния, так и ныне не презри моления недостойных рабов Твоих. Да откажутся властители страны нашей от немилосердных дел своих, да обретут свободу неправосудно осужденные Надежда, Мария и Екатерина, позвавшие к Тебе в храме Сына Твоего о прекращении нечестивых дел правителей мирских и церковных. Да все на небесах и на земле ведают Тебя, яко твердую и непостыдную предстательницу рода христианского, и славят Тебя и Сына Твоего с обезначальным Его Отцом, единосущным Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исправная от всех родов Божией Матери Царицы, явившейся к человеку беззаконному, даже обратить его от пути нечестия, благодарственные пение приносим Тебе, Богородительница. Ты же, яко имуще, милосердие неизреченное всех неправедно заточенных, все освободи, всех молящихся Тебе, злые дела творящих, доставления, сил дел обрати, да заремте, радуйся нечаянно, да, всех молящихся Тебе, да, и души праведных удивились, когда ты перестал обращение твоих любовь, ходатайствовал человеку, молящихся тебя, и выведил не оставляешься. Мы же, отчаянно вера, такое милосердие видишь, с умолением взываем тебе. Радуйся, молитвы добрых и злых приемлющим. Радуйся, самых отчаянных будущих молений не отвергающим. Радуйся к сыну твоему, а не к предстательствующему. Радуйся, вечайная радость спасения от грехов им подающего. Радуйся предстательствам Твоим, весь мир спасающий. Радуйся, все наши печали утоляющие. Радуйся, Матерь Бога нашего, озлобленные души утешающие. Радуйся, житие наше к добру устрояющее. Радуйся, радость всему миру водившая. Радуйся, нечаянную радость избавления от души скорбы и дарующей. Спасибо.
радуйся, нечаянную радость, избавление от туз и скорбей дарующая. Странное и ужасное видение было некоему человеку беззаконному, показавшее ему благость Господня посредством Богоматери, и его прощающий, и ради исправил свое житие, оставил злые дела свои и стал жить богоугодно. Так и мы, славные дела и многоразличную премудрость Божию в мире жизни нашей видящей, ум и сердце наше на небеса возведем, поющий Богу аллилуйя. Видим многословные, но Богом не просвещенные суеславят, и поклонение святому образу есть как бы поклонение идолу. Не разумеет ибо, что честь святому образу, воздаваемая, не на первообраз восходит. Мы же, имеющие верные свидетельства о многих чудотворениях от лика Богоматери, с весельем до Богородицы взывая, радуйся, ибо от священного лика твоего чудеса сотворяются. Радуйся, ибо утаилась премудрость и благодать сия от мудрых и разумных века сего. Радуйся, ибо по вере открылась она младенцем. Радуйся, ибо православящих тебя прославляешь. Радуйся, ибо отвергающих тебя под всеми посрамляешь. Радуйся, ибо все болезни человеческие, душевные и телесные, милостиво врачуешь. Радуйся, ибо праведный гнев Божий на нас твоим молением быстро утоляешь. Радуйся, нечаянную радость, с первым ударом. Радуйся, нечаянную радость. Радость человечески превосходит любовь твоя к роду христианскому. Ибо и тогда не прекратило ходатайство твоего о человеке беззаконном, когда показал тебе язвы гвоздиные, грехами человеческие мусоделанные, видя в тебе столь неотступную предстательницу за нас грешных со слезами в объемте. Радуйся, заступница усердная рода христианская, радуйся верных ограждений и прибежище. Радуйся, отверженных из рабов еврей избавляющая. Радуйся, грешников на путь правый обращающая. Радуйся, уныние и мрак душевный отгоняющая. Радуйся, ум новый и лучший смысл подающая. Радуйся, нечаянную радость тебе молящимся дарую. Бурю вновь, имея греховных помышлений, человек беззаконный молился пред честной иконой твоей, и, видя кровь от язв предвечного сына твоего, потоками, якоже на кресте и текущие, пал от страха и с рыданием вопиял себе: помилуй меня, о мать милосердия. Да не одолеет злоба моя неизреченной благости и милосердия твоего, ибо ты всем грешникам единой надежды и прибежище. Преклони на милость, благая мать, и умоли о мне сына твоего и Творца моего, да непрестанно буду звать его. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слышав небожители о чудесном молитвенном твоем спасении ежедневного гибнущего брата, прославили тебя, благоседную царицу неба и земли. И мы, грешные, узнав о твоем заступничестве за грешника нам подобного, хотя не в силах язык нас восхвалить тебя по достоинству, из глубины умиленного сердца нашего воспеваем тебе, радуйся, спорушница спасения грешных. Радуйся, взыскание погиб. Радуйся. Михаила Платона, оклеветанная Таисия, не бронит нас ужденных.
заключенных Владимир, Андрей, Федор, Ярослав, Александр, Светлана, Николай, Михаила, Денис, Александр, Артема, Рихарда и всех других, имена ты, Господи, веси, беззаконно заточенных, освободи. Позовем тебе радость, нечаянно радость, мыслящим тебе дающая. Яко же грешнику, творящему злые дела, и каждый день причастную иконой Твоей молящимся, даровала нечаянную радость покаяния, так и ныне, не презри молений недостойных работы, да откажутся властители страны нашей от немилосердных дел своих продолжающих, да обретут свободу неправосудно осужденные и ныне в этом здании находящихся на судилище неправедном, пред которым мы молимся о святой иконе нечаянной радости. Осужденные, Надежда, Мария, Екатерина, воззвавшие к Тебе в храме Сына Твоего, о чем они воззвали? О прекращении нечестивых дел правителей мирских и церковных. И все на небесах и на земле ведают Тебя, яко твердую и непостыдную представительницу рода христианского, и славят Тебя и Сына Твоего все безначальным Отцем, ненасыщенным Его Духом, но не Христом, и великим Богом. Слава Тебе, Христе Боже, и Балане наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и Христом, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог, молитвами Пречистой Своей Матери. Пред иконой нечаянной радости, которой мы сегодня совершаем молитву, в честь неправедно судимых в этом здании, судилище, дай, Господи, им освобождение и всем, за кого мы молились. Дай здоровье, силы, крепости всем болящим, о которых мы молимся, всем немощным, всем нуждающимся в своей помощи. Пошли нам всем нечаянную радость в этих условиях, в которых мы тяжко все живем и ожидаем только от Тебя помощи и заступления. Пресвятая Богородица, и всех святых поминаем, новомучеников, исповедников, преподобного Сергия Игумена, Серафима Саровского, всех святых в земле российской просиявших. Истинно Боже наш, Тебе слава, восславим себе ночами, Твоим Отцем, спасибо, Твоим Богом, Благовечным, Твоим Духом, на небесные веки веков. Вот мы уже второй раз здесь молимся перед иконой чудотворной, нечаянной радости. Мы кратко прочли молитву, но сами пустырай нам показали образец, как молиться не длинности долго слагаемых молитв, а в сердечном порыве и в вере неукоснительной в помощь Господу Иисусу Христа, Пресвятой Богородице. И мы уповаем, что дело, которое совершили великие новые юродивые Пуссирайт, как их можно называть, святые хулиганки, послужит делу возрождения и Русской Православной Церкви, которая подрушивается причинам неправильного жития, неправедного, и наше государство, которое ведет нас снова в бездну Средневековья,
Дай, Господи, чтобы Пресвятая Богородица всем нам по нашим молитвам посылала нечаянную радость. И в первую очередь нечаянную радость тем, которые несправедливо здесь находятся в заключении, которые страдают ради Христа и ради Пресвятой Богородицы, которые образ здесь вот с простреленной головой, с разбитым местами этой иконы, которая символизирует страшное гонение, которое было на Христа, на церковь. А сейчас это гонение обращается так, что те, кто идет неправильно против самой церкви, сами превратились в гонителей. Господи, да прости Богородица, просветит их и даст возможность им покаяться и начать новую жизнь и всем общими усилиями совершить этот путь возрождения нашей церкви многострадальной, нашему государству, нашему обществу, нашему народу, и встать на путь в первую очередь нравственного и духовного возрождения. Да поможет нам образ Пресвятой Богородицы, нечаянной радости, всем страждущим, всем помощи, просящим в ней. Аминь. Аминь. Самое важное заключается сейчас, в принципе, в том, что вот там около суда, как в прошлый раз, наверняка пришло большое количество этих православных, которые носятся с иконами, прыгают, падают, падают на колени и устраивают непонятно что. Мне кажется, что таинство любой молитвы, обращение к Богу, должно проходить в более спокойном месте. Оно и называется таинство. Я не знаю, если есть желание, давайте. Мы возвращаемся к Мосгорску. С вашего позволения я сделаю перерыв и в Мосгорсуда уже включусь.